Ребята, всем привет! Я вот сейчас приехала на пляж Чивенг. Сейчас хочу немножко здесь позагорать, если мне удастся, потому что какие-то тучки насунули. Кто-то сзади меня там бегает. Вот, меня просили поснимать море, показать эти красоты. Так что, девочки, выполняю ваш запрос. Сейчас покажу вам море, хотя оно постоянно почему-то бушует, нужно ехать на другой пляж, потому что на этом пляже все время волны и купаться я не могу. Вот, потому что как бы здесь нельзя купаться, когда такие волны. Вот. Вообще, знаете, я уже соскучилась по городу большому, по дому, по Киеву, но понимаю, что здесь просто рай на земле. Я когда приезжаю на пляж, и вокруг эта красота природы меня просто завораживает. Я не могу описать свое состояние. Я очень люблю природу, море. Море я вообще обожаю. Вот. Так что, находясь здесь, ну, просто я безумно счастлива. Кстати, намазала кремом от загара. Лицо блестит, такое как будто очень-очень сильно жирненькое. Вам потом покажу, который я крем использовала. О, так что давайте я вам уже море поснимаю, хватит болтать. Вот он рай, девочки. Девочки и мальчики. Я постоянно говорю девочки, но мне и мальчики смотрят. Стоит красный флаг, значит купаться нельзя, хотя люди все равно лезут в воду. Ветер. Ветер не холодный, но все же он есть. Такое вот оно море. Море волнующее, как всегда. Я хочу сейчас прогуляться вдоль пляжа, заодно вам поснимаю немножко море и похожу, потому что солнца особо-таки нету. И позагорать, наверное, мне точно не удастся. Вот, так что пойду я в ту сторону. Песок такой, знаете, очень сильно провалистый. Ой, я прям в нем утопаю. Вот, кстати, песок, кажется, понамывало. Волны уже прямо сюда полпляжа затопили. Раньше было немножко море дальше, и здесь было больше места, ну как бы песка, где позагорать. А сейчас уже так понамывало, и море уже прямо сюда доходит. Красота. Я надеюсь, меня слышно. Стараюсь как бы прикрывать микрофон и говорить достаточно громко. Вот, кстати, это буёк какой-то, думала кокос. Вот такое вот девочки, опять девочки. Ну, в общем, ребята, дорогие мои ребята. Вот оно, море. Нужно сейчас ножки хотя бы помочить, купаться не буду. Да, находясь здесь, какой-то такой, знаете, релакс. Обо всем забываешь, расслабляешься и получаешь просто массу удовольствия от этого приятного ветерочка, шум моря, аромат, ну, как бы такой морской стоит повсюду. Тепло, невзирая на то, что тучки насунули. Ну, на улице очень тепло, градусов 28. Так что вот оно море. Ну вот, уже солнышко немножко выглянуло. Вот девушка с ребенком просит пофотографировать их. Все люди гуляют вдоль пляжа.
Водичка, кстати, очень теплая. Так приятно ходить босичком по песку. Песок мягенький, мокренький. Смотрите, на пляже убирают, вот все зачищают полностью. И вот смотрите, сколько мусора нагребли. Тут и бутылки, и всякие крышки, и бычки от сигарет, и бумажки. Ну вот, Таец убирает. Смотрите, деревяшку облепили ракушки, они живые, они шевелятся. Вот люди на водных мотоциклах только что катались по волнам, очень круто. Мы, кстати, с Ваней тоже катались на водных мотоциклах, и мне очень понравилось. Так экстремально. Смотрите, здесь были такие большие волны, что они песок, вот полностью песок, как бы приподняли. В общем, насыпь сделали. Здесь все повымывало. Решила немножко передохнуть. Сейчас постелила полотенце, купила себе на перекус кофе латте вот такой вот попить, какой-то тайский, и желейки харибо. Вормс, червячки, я их обожаю, это мой вкус детства. В общем, сижу сейчас возле моря, наслаждаюсь видом. Вон собака, собаки меня везде преследуют. Вот такой вот солнцезащитный кремик я сегодня нанесла на лицо. Только что купила жемчужные сережечки. Там на пляже готовят кукурузку. Я вот себе и Ване заказала кукурузку. Будем жареную есть. Это уже наша готова.